большой привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу вам рассказать и показать, как вкусно поджарить стейк из свинины на сковороде. Все готовится очень просто. Стоит соблюдать несколько основных правил. Если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления стейка из свинины нам понадобятся, конечно же, сами стейки. У меня вот такие уже нарезанные, если у вас еще не нарезанные, то их нужно нарезать на кусочки толщиной примерно 2 сантиметра. Затем мне понадобится еще растительное масло, соль, перец, чеснок, кусочек сливочного масла и зелень. Сначала замариную наши стейки, поливаю немного их растительным маслом, солю, перчу и то же самое проделываю с другой стороны и хорошо их натираю, втираю как бы специи в стейки с двух сторон. Я рекомендую делать это обязательно и оставлять их хотя бы минут на 20, чтобы мясо пропиталось немного специями, так всегда получается намного вкуснее. Смотрите еще больше рецептов на моем канале из свинины, на ужин, на обед. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео, так же как и точное количество ингредиентов для этого рецепта. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Мясо я замариновала и теперь делаю вот такие надрезы. Надрезы нужно делать по краям, там, где у нас находится сало. Это нужно для того, чтобы оно не свернулось при поджарке. И затем хорошо-хорошо нагреваю сковороду. Сначала обжаривать будем на сильном огне. И выкладываю стейки на хорошо разогретую сковороду. Обжариваю сначала 4 минуты с каждой стороны. Вот посмотрите, видите? Они получаются вот такие вот зажаристые. Трогать их не надо. 4 минуты прошло, переворачиваем на другую сторону. И продолжаем обжаривать еще 4 минуты. Свинина, приготовленная по такому рецепту, получается очень-очень вкусная и сочная, и не сухая. Обжаривать нужно именно так, как я вам советую, потому что иначе получится сухо и невкусно. Затем подготавливаю чеснок. Чеснок вот так нужно просто раздавить. Время вышло, я обжарила свинину 4 минуты с одной и 4 минуты с другой стороны. И теперь я его выложу на блюдо, но это еще не конечный этап. Когда мы выложим свинину на блюдо, затем протираем сковороду немного от подгорелости. Вы видите, у меня остались немного такие подгорелые места. Это все нам не нужно. Это я вытираю и добавляю сюда сливочное масло и раздавленный чеснок. Огонь уменьшаю. Немного все перемешиваю, чтобы чеснок с маслом слился. И масло у нас получается в таком случае очень ароматное. И в это масло выкладываю свинину и буду обжаривать ее еще по 2 минуты на каждой стороне. Мы любим, чтобы свинина была позажаристее. Если вы не любите, чтобы было зажаристо, то положите и обжарьте ее просто на 1 минутку с одной и на 1 минутку с другой стороны. За счет сливочного масла она получается очень вкусная и за счет чеснока очень ароматная. Чеснок можно добавлять по желанию. Если вы чеснок не любите, то просто не добавляйте. Наша свинина готова. Как вы видели, все готовится очень быстро и просто. Посмотрите, какая она аппетитная, зажаристая и красивая получилась. И получается очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте этот рецепт, вы не пожалеете. Сейчас я вам свинину разрежу и покажу, какая она сочная получилась внутри. Посмотрите. Это просто какое-то блаженство. Зажаренное мясо, да еще свинина. И очень сочная, не сухая. Это просто прелесть на обед, ужин. Очень рекомендую вам попробовать этот рецепт. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами.